Мне кажется, что один из удивительнейших феноменов, связанных с представлениями российского общества об истории, заключается в том, что Первая мировая война почти никак не представлена в коллективной памяти. И, конечно, в первую очередь это связано с тем, что она заслонена гражданской войной. У нас нет до сих пор точных цифр человеческих потерь, что в Первую мировую войну, что в гражданскую. Но если пользоваться какими-то оценками, то в Первую мировую войну Россия, Российская империя потеряла около 2 миллионов человек, в гражданскую, по самым предварительным подсчетам, примерно 5 700 000 человек. И понятно, что это совершенно несопоставимые человеческие потери. Но дело даже не только в этом, как ни печально. Конечно, степень травматичности события гораздо больше во втором случае, в случае революции и гражданской войны. И поэтому, с одной стороны, Первая мировая как бы заслонена гражданской войной, с другой стороны, она с ней одновременно, как бы сказать, склеена. Потому что, конечно, и многие историки, и тем более массовое сознание и коллективная память воспринимают Первую мировую войну не как нечто самостоятельное, а как прелюдию революции гражданской войны, как события, которые привели к тому кризису, который завершился 17-м годом, сначала февралем, потом ноябрем. Это одна сторона проблемы. Другая сторона проблемы заключается в том, что, конечно, Первая мировая война в меньшей степени, чем события середины 20 века, большой террор, репрессии, Вторая мировая. Но, тем не менее, и она тоже является полем битвы для того процесса, который мы называем историческая политика или войны памяти. Здесь нет ни консенсуса, ни каких-то четких оценок. Да? С одной стороны, мне кажется еще принципиально важным, что если сейчас в Европе, скажем, в Великобритании, не только в ней, идут большие дискуссии о том, чем была Первая мировая война для становления нынешнего общества, нынешнего государства, нынешнего представления о истории, о связи с Европой и так далее, то в России такой дискуссии нет вообще. Это никак не оценивается, это не является предметом рефлексии, и это сам по себе феномен, который заслуживает внимания и изучения. Так что, если отвечать на ваш вопрос коротко, то ответ будет, скорее всего, никак, но за этим коротким ответом спрятано очень многое, что тоже является поводом для очень внимательного и тщательного рассмотрения, как историками, так и теми, кто занимается феноменами общественного сознания.